В сложные военные годы роль плаката была очень велика. Он не только учил ненавидеть сильного врага, но и высмеивал его, рассказывал о героизме советских воинов, вселяя твердую веру в победу. В то время плакат стал настоящим явлением в жизни страны, а именно талантливых художников-плакатистов вошли в историю советского изобразительного искусства. Чтобы брещане ближе познакомились с плакатами военного времени, в Краеведческом музее открыли выставку «Путь к победе». Приурочено как ко дню защитников Отечества 23 февраля, так и к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В течение всего года нашим музеем будет проведен целый цикл выставочных проектов, мероприятий, посвященных этой юбилейной дате. Ну и открывает этот путь как раз выставка, которую мы сегодня презентуем. Выставка – это плакатов. Здесь представлено более 60 предметов из фондов нашего музея. Плакаты дополнены предметным рядом, который также посвящен нашим защитникам и участникам Великой Отечественной войны. Ценность данной выставки в том, что на ней представлены подлинные плакаты периода Великой Отечественной войны и собрания музея. В их числе знаменитый плакат «Призыв» художника Ираклия Таидзе «Родина, мать зовет». И первый выпуск серии «Боевой карандаш» Ленинградского отделения Союза советских художников. В этом году мы получили несколько плакатов из Минского музея Великой Отечественной войны. В 1954-1955 году мы получили несколько плакатов из Кобринского военно-исторического музея, но основную часть нашей коллекции составляют плакаты, которые были закуплены у наследников ленинградского коллекционера Тихона Ильича Воробьева. Это было в 1967 году. Ну и в связи с тем, что это был ленинградский коллекционер, именно в этой части коллекции наиболее полно представлено искусство именно ленинградских художников-плакатистов. Наша выставка открывает всем известный плакат Ираклия Таидзе «Родина, мать зовет», потому что он действительно стал, с ним, правда, кого не спроси, действительно все относятся, какой плакат ассоциируется с Великой Отечественной войной. Да, это «Родина, мать зовет», этот плакат все очень хорошо знают. История этого плаката тоже очень интересна, как он создавался. Художник работал у себя в мастерской, и в мастерскую просто ворвалась, распахнув дверь его супруга, и крикнула «Война!». И он, увидев ее в этой позе, сказал ей «Замри!». И просто свидетелем этого всего был их маленький сын, который это запомнился. И вот именно благодаря сыну мы знаем эту историю. Выставка «Путь к победе» дает зрителю уникальную возможность познакомиться с музейными экспонатами, ровесниками Великой Отечественной войны, которые доносят до каждого из нас дыхание той эпохи. Сегодня плакаты тех лет являются не только художественными произведениями искусства, но и подлинно историческими документами, которые по праву занимают очень важное место в собрании музея. Данная выставка продлится до 21 апреля 2024 года.